всю историю люди стремятся к эффективности. Ищут преимущества, технологии, дающие возможность совершенствоваться. Но так и не находят, продолжая жить так, как и жили до этого. Задачу экспедиции выполнили. Покорить Иерусалим. Он покорился, но чудовищными как бы усилиями. Но мы все-таки добились, получили в результате как бы технологию посланничества. Ценно то, что мы получили в качестве субстанции для дальнейших исследований и для выяснения как бы главной технологии. Тайны, скрытые в недрах истории. Как это было в разные периоды истории человечества. Полный объем знаний, взломов. Взлом Афона, взлом Иерусалима или поездка на Тассос, да? Все технологии отрабатываются в тяжелейших условиях экспедиции. Искать место распятия, доказывать механизм построения города, как бы. Все вот эти части составные, они и собирают всю экспедицию. Сама вот технология, объем знаний, которые мы получили в конце, вот это самое интересное. Вот было такое ощущение, что после этой экспедиции я стал сильнее.